Добрый вечер, друзья. Буквально 5 минут назад мы с котом посмотрели 6-ю, предпоследнюю серию 7-го сезона «Игры престолов». Серия должна была выйти с воскресенья на понедельник, но по различным источникам в Ютьюбе хакеры уже слили серию в интернет. Причем они просили у HBO 6 миллионов долларов за то, чтобы не сливать серию в интернет до ее официального релиза. Но, тем не менее, HBO отказалась, и под предлогом того, что HBO поощряет раскрытие и поиск брешей в их официальной системе, они предложили этим же хакерам 250 тысяч долларов за то, чтобы они улучшили систему защиты HBO. Ну, хакеры, как нормальные люди, отказались и слили серию. Заключение таково, что очень жалко одного из драконов, Дейенерис Визариона, которого ледяной Хадок замочил копьем с первого удара, и дракончик, заливая мертвецов кровью, свалился на лед и провалился под лед, и ушел на дно озера. Но потом его те же самые ледяные ходоки достали, воскресили, и теперь он инструмент в руках зла. Кот в истерике. Он вообще не понимает, что сейчас происходит. Я тоже немного всплахнула, хотя это было ожидаемо, потому что было куча спойлеров, и сейчас я создаю свой собственный зловещий спойлер на эту тему, за что меня мои 4 подписчика могут возненавидеть.